Вы слишком часто задавали мне вопрос по поводу РФ-терапии и недорогих микротоков. И эта терапия сама нашла нас. Это гаджет для домашнего использования, и я даже не знала, что эту процедуру можно делать дома. Его уникальность еще заключается в том, что он действительно прогревает кожу довольно серьезно. Конечно, это не тот РФ, как в салоне. Дома нам никто не разрешит такими вещами заниматься. Но он прогревает довольно сильно. И если вам нравится подобное воздействие на кожу, то вам будет особенно интересно. Называется эта штука ультразвуковой аппарат Ready Skin Neo Skin для ухода за кожей лица с функцией LED-терапии и EMS-стимуляции. Вот так он выглядит в упаковке. К нему идет USB-кабель, фиксирующее кольцо. Позже поясню, какая у него функция. Далее зарядка и адаптер питания. И что мне очень помогло разобраться, так это подробная инструкция. Все четко расписано. Полностью весь алгоритм наших действий в том или ином режиме. Каждый раз, когда я пользуюсь этим аппаратом, я сначала сверяюсь с инструкцией. И все управление находится прямо здесь. Очень удобно. Касаемо режимов, у него их 6. Первый – это очищение. Далее питание и увлажнение. Это для того, чтобы ваша косметика лучше впитывалась, лучше проникала в кожу. Затем режим лифтинг, мой самый любимый. Это вибромассаж, прогрев, микротоки. Световое воздействие, кто спрашивал про LED-терапию, это когда включается поочередный красный и синий свет. Тонизирующий вибромассаж и расслабляющий вибромассаж. Ну, давайте начнем. Ну, во-первых, все подобные процедуры выполняем на чистой коже. То есть рекомендуется непосредственно перед началом умыться. Первый режим, режим С, это клин. Режим глубокого очищения кожи. Его рекомендуется делать перед каждой процедурой, но, на мой взгляд, это совсем не обязательно. Отталкивайтесь от потребности кожи, необходимо вам глубокое очищение или, может быть, можно обойтись какой-то раз. Эффект очищения достигается благодаря нагреву. Поры открываются, одновременно идет вибромассаж, а также подключается инфракрасный свет. Он хорошо помогает бороться с воспалениями. И главное, конечно, это ионофорез. Он применяется для очищения кожи лица в салонах. Значит, смотрите, что поры раскрылись, ионы дают положительный и отрицательный заряд одновременно, выталкивая сальные пробки. Я была очень удивлена, когда первый раз сделала эту процедуру и увидела, как мои поры открылись, и они чистые. Смотрите, что делаем. Снимаем фиксирующее кольцо. Далее берем ватный диск. Лицо у меня, как видите, с покраснениями, потому что я на ретиноле. Это нормально. Смачиваю довольно обильно, потому что процедура интенсивная, прогрев, и довольно быстро все высыхает. Накладываю так и фиксирую. Далее включаем, длительно удерживаем кнопку включения, потом режим мод, выбираем. Режим клининг, это буквочка С. Далее выбираем интенсивность нагревания. Вот, загораются две пары. И как только вы прикасаетесь к лицу, так он начинает жужжать и работать. Он вибрирует. Двигаемся медленными круговыми движениями. Вот сейчас он уже начал нагреваться. Если он пикнул, значит пора менять зону обработки. Это очень удобно, это как-то вас дисциплинирует. Я не буду вам врать, у меня сухая кожа, и поэтому прям комедонов и черных точек как таковых нет. Но ватный диск после процедуры был грязный. Далее можем выбрать, например, режим увлажнения и питания кожи. Для этого выбираем буквочку N. И здесь мы получаем вибромассаж, прогрев и тот же ионофорез. Что касается прогрева, то в каждом режиме мы можем регулировать температуру. Конечно, если вы выберете максимальный режим, третий, то это будет серьезная обработка, и в этот день из дома лучше не выходить, чтобы кожа не стрессовала. Относитесь к этому как к полноценной процедуре. По крайней мере, в первый раз. Далее вам будет понятна реакция кожи, вы поймете, как себя вести. И начинайте постепенно добавлять мощность. Каждый из нас по-разному будет воспринимать эту процедуру. Так что действуйте интуитивно, осторожно. Но знайте, что вы постепенно привыкнете и будете использовать эту функцию на полную катушку. И, например, утром, когда вам нужно бежать на работу, выбирайте более щадящий режим прогрева, а вечером можно и разойтись. И вы всегда можете выбрать между режимом питания и режимом лифтинга. Да, мы все хотим еще лифтинга, поэтому чаще всего лично я пользуюсь именно им.
Здесь помимо вибромассажа и лет-терапии мы получаем еще те самые микротоки. Вот это то, что доктор прописал. Если у вас постакне, наносите сыворотку с центеллой. А если вы хотите лифтинг эффекта, соответственно, какую-то сыворотку с коллагеном, с пептидами, что-то такое подтягивающее. Наносим подтягивающую сыворотку. У меня Farmstay 24 карата Gold, пептиды. Рекомендую вам обрабатывать лицо участками, потому что иначе у вас будет перерасход сыворотки, она быстро впитывается. А нужно, чтобы лицо, повторяю, было все время влажным. Поэтому наносим на одну часть. L, лифтинг. Выбираем мощность и начинаем обрабатывать. Имейте в виду, в этом режиме же микротоки, поэтому начинайте с минимальной мощности и по ходу посмотрите, нужно ли вам добавлять. Когда работают микротоки, обработка должна происходить медленно, чтобы они лучше могли делать свою работу на определенном участке. У меня, например, проблемная зона вот здесь. Носогубные нависания. И, конечно, никто нам не запретит делать все манипуляции по массажным линиям. Вот. Тонизирующий вибромассаж. Помимо вибромассажа еще идет прогрев и плюс LED красный. А еще есть такая функция, как расслабляющий массаж. Он наиболее приятен. Очищение и лифтинг, допустим, мы делаем потому, что нам надо, а это чисто для удовольствия. Вечерком прям действительно расслабляет. В общем, вы выбираете тот режим, который вам нужен в данный момент, чего просит ваша кожа, или у вас есть просто, например, постоянная проблема, тогда вы именно на нее и налегаете, выбирая один и тот же режим в течение нескольких дней. Очищение делаем не чаще 2 раз в неделю. Время обработки в любом режиме 3-5 минут. Дискомфорта быть не должно. При куперозе и чувствительной коже можно, но нагрев выбирайте минимальный и следите, чтобы вам было ну прям максимально комфортно. Вот так вот косметологическое оборудование постепенно переходит в наш домашний уход в виде компактных гаджетов. Обязательно вопросы пишите в комментариях. И еще у меня к вам большая просьба. Если у вас есть какой-то ваш любимый, скажем так, намоленный, очень эффективный домашний гаджет, напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь с нами, потому что это будет очень полезно. Желаю вам удачи, хорошего настроения, вдохновения. Всех целую. До новых встреч. Пока.